Всем привет! Пришла посылка с iHerb. Вчера заказала, сегодня уже стоит под дверями. Ну, сервис у них, конечно, вообще молодцы они. Давайте открывать, посмотрим, что у меня сегодня на этот раз в коробочке. Итак, заглянем. Осенне-зимний сезон. Я заказала Эстерси. 24-часовая поддержка, иммунная поддержка иммунитета. 1000 миллиграмм, в общем, сколько здесь у нас, 120 таблеток, одна в день, без ГМО, ну тут, в общем, да, вот, посмотрите здесь, можете почитать, пройдите по ссылке, ссылка будет внизу, и по этой ссылке также будет вам скидка, если вы захотите заказать витамин С, по-русски, витамин С, у него особая форма. Вот это лучше брать Эстер С, как я уже убедилась и много тоже читала и искала информацию. Этот витамин С лучше вот в этой форме Эстер С. Так что сейчас открою там. Ну, кстати, удивительно, до этого все время приходили витамины, которые бы я не брала, там они просто вот в баночке, а это прям в коробке и внутри банка. Я заказывала уже Эстер С разных других фирм. Вот этот заказала первый раз, но тоже отзывы мне понравились. И он немного дешевле идет, чем в стекле. Вот я брала в стеклянной банке. Я думаю, что этот ничем не хуже. Чуть-чуть подешевле он. И 120 таблеток, и хорошие отзывы, и... В принципе, хорошая фирма. Все, это откладываю. Этот крем я заказываю уже третий или четвертый раз, точно не могу вспомнить. Но я вам его показывала, тоже была распаковка с iHerb. И был он у меня уже. Я вам о нем рассказывала, как он мне нравится. Я, честно скажу, не сказать, что я все попробовала, это невозможно. Но я много чего пробовала для своей сухой кожи. Этот вот единственный крем, который мне так подошел, и он мне очень нравится. Я его заказываю, говорю, уже не в первый раз, и просто очень довольна. Это вот единственный крем из всех, что я до этого пробовала, который мне лично для моей сухой кожи очень подходит. И мне нравится, как он на коже, как он впитывается вообще просто, ну, не знаю, для меня он лучший пока. Вот этой фирмы, вот крем для лица, интенсивный, как бы он идет, он увлажняет для сухой кожи, для нормальной и сухих типов кожи. Вот, сейчас тоже открою, покажу. Вот он так вот выглядит. У меня просто предыдущий уже заканчивается. Прямо я уже выдавливаю еле-еле. Я заказала еще раз. В общем, я им очень довольна. У кого сухая кожа, попробуйте. Как бы, ну, каждому свое, конечно, но я рекомендую просто хотя бы попробовать. Потому что мне он очень нравится. Очень. Он есть еще, здесь продается в Sprouts, но в Sprouts он немного дороже, чем на iHerb. Да плюс еще по моей скидке будет 5%. Ой, по моей ссылке будет 5% скидка вам. Вот, поэтому я заказываю на iHerb. Все, всем пока. Вот такие два продукта. Эстер С как раз. Осень, зима. Надо поддерживать иммунную систему. Надо витамин С, чтобы не болеть всякими вирусными заболеваниями, чтобы поддерживать свой организм, иммунитет. И вот для сухой кожи крем, который я заказываю не в первый раз. Все. Пока-пока. Бай-бай.